Для меня это не просто война, это война кланов, стоящих у власти. Потому что если на это все событие посмотреть с позиции того, что гибнут люди, то надо не просто прекратить стрелять, а надо что-то сделать, чтобы конфликт был уничтожен. Вот я придумал, что сделать. Нет, никого не интересует. Хотя как никого? 104 тысячи в интернете за месяц. Я думал, что я собрал то, что нужно, и теперь все со мной будут считаться. Мою петицию перевели, опубликовали на сайтах Белого дома, Конгресса США. Идти дальше – тупик. Никому не интересный собранный способ по эти самые подписи. Это еще раз доказывает, что воюют-то не люди, не народ. Воюют там те, кому это интересно и важно, и кому это нужно решать стратегические какие-то задачи. Для меня самым главным является жизнь человека. Все остальное – обслуживающий персонал, в том числе государство, президент, все эти правительства. Это обслуга, которая нанята навременно, нанята человеком, чтобы ему хорошо жилось. С этой позиции какая там может быть война? И когда вот эта информационная, придумывается информационная система, чтобы людей обозлить, чтобы что-то оправдать, придумывать вот эти страшные, несуществующие какие-то форматы, только для того, чтобы удовлетворять людей, стоящих у власти. Я считаю, что это и есть самая главная ответственность и самая главная миссия власти – это мир. На территории, в которой она управляет. Все остальное люди сделают сами. Миром должно заняться государство. Это вина обоих наших государств.